Как жизнь? Да. Смотрю сначала. Хорошо. Саша. Неожиданно. Все неожиданно. В жизни будет. Да. Здравствуйте. Вот я познал. Щетеля, синяки, все это. Ну и сейчас вот я хочу один сделать центр для детей в Западном Дунае. Как раз учебный, потому что эти традиции начинают тоже исчезать. Конечно, не знаю, какие у него планы, он нам дорисовывает танк срочно, вот. До вечера тогда отвалит. Ну только с ними получится. А я, конечно, я сегодня наш. Накормите, напоите, я вам. Знаешь, времена далекие. Зори меня все в прошлое хочет вытащить. Я тебе вытащу. Чтобы вспоминать, они же дают возможность очиститься. Это что такое? А кто в серединке? Старший брат. У вас тут в резиденциях в разных есть там какие-нибудь видеомагнитофоны? Видео... Сколько веков? Нет, это вот я узнала сразу. Я вот этого сразу. Мальчика. А я это не знаю. По брови. Мы придем еще сегодня вечерком. Сюда? Да. Или отдать сейчас, потому что иначе я их выброшу. Нет, мы можем и не здесь сидеть, мы можем что сидеть. Вы хотите сегодня? Вот вы мне скажите. Что, мы как, хотели что вы посидеть вечерком с тобой. Саша, они уезжают завтра. Что вы хотите, да, что вы хотите здесь посмотреть? Вот вы мне скажите. Как, монастыри, откуда? Допустим, там резиденцию Далай-ламы, да, там, где он живет, там что? Что интересует? Библиотеку можно. А ему можно передать? Ну, группу не можно. Нельзя, Далай-ламу нельзя встретить. Они всем интересны. Нет. Кого от какой там, или организации, или от кого-то, чтобы это на английском языке, я отнесусь. Ну хорошо. Я тебя еще раз спрашиваю, когда тебе будет подарки? Да, теперь тебе передали там чудо народ сам приехал. Вы уже позавтракали, да? Да, да. Вам надо позавтракать. Нет. Так, сейчас тогда сделаем так. Все смотрим здесь. 10 часов сейчас. Да? Давайте сейчас вы тогда всех соберите. Тогда поедем вниз туда. Там эти все храмы, я вам все покажу. Вот это отдадим эти вещи. Это и там по пути сядем где-нибудь в перерыве, попьем чай и договоримся, хорошо. Что вечером. Покажу несколько храмов здесь и резиденцию Далай-ламы, где он живет, да? И на обратном пути назад мы зайдем, посмотрим, если вас интересуют какие-то магазины. Вот здесь пообедаем, здесь тибетский ресторан очень хороший. После обеда съездим в тибетскую оперу. Это... Здесь резиденция Далай-ламы, правительство в изгнании тибетское, и здесь много монастырей вокруг, и буквально каждые полчаса в разные стороны от Дарамсала тибетские поселения с храмами, с институтами, и тибетцы здесь сохранили свою культуру, язык, свои построили культурные центры различные. И сейчас это места паломничества, буддистов, культурных деятелей, политиков со всего мира. Далай-лама дает публичное учение, которое любой человек может посетить. Где-то на протяжении двух недель, тут разные фестивали и так далее. Вот. Но сейчас спокойно, да, мы в Японию ехали. Ну и тибетцы продолжают здесь свою культурную жизнь, а также борются за независимость. Сейчас, в частности, 6 тибетцев в Дели устраивают голодовку до смерти. Они сейчас уже 42-й день голодают там. И я вот сейчас только посетил, приехал, был с ними. И там один мой друг, художник, ему 25 лет, внизу второй парень. И они умрут, вот, видимо, потому что они требуют, чтобы... Вот.
каждый год приходит несколько тысяч тибетцев, из Тибета беженцев. Обычно они приходят до Рамсала, тибетское правительство их здесь благоустраивает на несколько месяцев, дает деньги и потом распределяет, ну, монахов, монастыри, людей пожилого возраста устраивают куда-то работать, детей учиться куда-то. Ну, это как такой перевалочный пункт тоже. Поэтому здесь можно встретить тибетцев, которые более обеспечены, и тибетцев очень нищих и бедных. Вот это тибетская традиционная одежда, вот женщины одежды. И рассказывают, из какого региона Тибета. А люди из деревень, особенно беженцы, вновь прибывшие, они сохраняют, они ходят традиционно, и пожилые люди. Официальных офисах Далай-ламы и на официальных каких-то встречах все одевают традиционную одежду. Смотрим, вы все посмотрите. Вот это вот тибетские монахи, такой одежды, традиционный. Есть в магазине традиционные живописи. Двух тибетских монастырей. Хирасава, Мики. Тибетская речь звучит. Это моя соседка, у нее тут магазин. Открывать здесь магазины мусульманские, вот из Кашмира, они продают разные вот тоже коробочки, ткани, все это. Тебе он сейчас 10 даст. Смотри, 20.
Подожди. Вот. Наташа, чуть-чуть вперед. Двухэтажный коттедж, где он живет. Там его прислуга живет. У него там где-то 6 кабинетов, рабочие, и где он молится, и зал там для медитации. Есть даже одна комната, где велосипед стоит установлен. Тренаж. И будет физически и духовно здоровым. Вон там вот есть маленький храм. Здесь много по склонам храмов тибетских. Там наверху, вот где красная крыша видна, там вокруг деревня тибетских детей. Несколько тысяч детей живут, учатся там до 12 класса. Троны, столы, там традиционные рамы, там и так далее. Традиционная тибетская резьба. Но это не лучший образец. Бронзой просто покрыли, а вы потом увидите. А? Да, выпускай. Да. Века помогали распространять буддизм в Тибете, благодаря им вот практически возник шелк. Далай-лама и другие крупные ламы дают тантрические посвящения и проводят тантрические ритуалы. И здесь изображение божеств, которые символизируют различные практики духовного усовершенствования, которые тибетцы используют, тантрические практики. И одна из самых главных, и вот здесь этот цикл изображен, это как раз вот учение Калачакры, связанное с Шамбалой. Вот здесь вот весь цикл Калачакры изображен, который в
таком виде описывает все знание о человеке и о Вселенной, о методах самосовершенствования. Таким стимбык, да? Символизирует один месяц. И вот это, каждый лепесток, это день каждого месяца. Каждое божество в лепестке представляет из себя энергию этого дня. И атрибуты, которые держат, это разные аспекты этой энергии, которые доминируют в человеке во Вселенной. И йоги во время практики, они учатся, как контролировать это. Это как иллюстрация всех процессов во Вселенной. Здесь 722 божества, которые описывают 360 дней и 360 ночей вместе, круглый год весь. И все силы, энергии, которые там. И тут огромные знания изображены. Я могу с гордостью... Здесь изображено целые книги, где все... Полтора года, за полтора года сделано. Масса медитаций на разных, вот, разными практиками, которые здесь изображены. Здесь настоящие... Да. Да, давайте пройдем. Вот, я с ним раньше занимался, и если разрешат с ним встретиться, вот, я попрошу, чтобы вы могли встретиться хотя бы 5 минут, посмотреть, как выглядят и как живут настоящие ламы. Вот это было бы хорошо. Это Далай Лама. Он один из крупнейших лам. Сейчас является учителем Далай Ламы. Учитель, у Далай Ламы было два основных наставника. Они умерли, старые ламы. Сейчас нашли перерожденцев. Да? Этим детям сейчас по 15 лет. Вот одного главного перерожденца учителя Далай Ламы в Москве. Это его слуга. Друг тоже слуга старый уже совсем. Всю жизнь служит. Вот, он говорит, он сейчас там в монастыре богослужение проводит, должен прийти на обед сейчас. Я все веду, все веду, на дути к тагалес. На ванге генлатан да пиогирес. Ты загус. Латерин Паче был консультантом крупнейших всех буддологов мира. Вот все книги, которые увидите, почти многие он консультировал, вот, которые продают в магазинах. И он сейчас приехал из тура по Канаде и Америке, учения давал и посвящения. И он спит только в сидячем положении. Уже много лет у него вот так. Спросил, дочь пойду. Смотрите, Тима, когда ты делала. Они из Свитцерланда привет. Да. Свитцерланда. Что ты делаешь, Тима? Чижан индучеги Джессен. Я буду, то не? Да. Ты дом привет, да? Певье, ребят. Да. Вот так. Чик-чик. Только до Джессасов. Говорим почему тогда Джерогим Рогимари Рикавори Сандарова. Говорим почему Касан Джепен это самое. Ты сук чем инду? Ты сакавори Чеса. Киран говорим почему Гитса Киран Джега. Да ты че? Да ты че на? Пуга живет там. И лама здесь без разрешения прислужника сюда никто не входит. И никто его не беспокоит. Он занимается медитацией, и когда люди приходят, посетители, да, он дает им чай, слуга, и приходит к нему докладывать, что такие-то люди пришли. Если у него время есть и желание принять, он принимает. Если нет, они уходят. Да, он гадает, все, по любым вопросам. Он очень большой лама, действительно. Он из восточного Тибета. Римбиче тогда гуло косили. Да. Гуло. Да, вот дойдет, дойдет. А? Чембо. Чембо. 77 лет. Да, да, ну, да, 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 Ла, концова. Да ладно, ты можешь все видеть. Дева, как у тебя? Ла.
Он говорит, что то, что вы пришли, он очень рад. Вот тарим уже делал. Он говорит, вы издалека приехали. Он говорит, спасибо. Да, это большая честь. Иной, так, что ли? Это тест. Нобель. Чуре, Нобель, Нобель, Нобель. Ну, консульт, там, где Султана, тебе взял, что ли, лес. Дело нам лес. Он говорит, что если у вас есть какое-то, вот, допустим, устремление к восточной культуре, вот, к буддизму, это очень хорошо, вот, очень рад, что вы сюда приезжаете, смотрите. Но без чего-то, садик чего-то. Садик, садик, коронатины, лаугунатины, чего-то, юнатины, чего-то, дозни, якого, якого, тумбли, якого, коронатины, ютони, масунчавали. Ну, вот он будет. Ячи. Чего-то, пасе, юнатины, чего-то, дозни, якого, тумбли, якого, якого, Будда, он много лет себя совершенствовал, достиг просветления вот, ради блага всех живых существ. Ты чудо, когда не унюто, он нас сунчавалец. Давай писать на тене сунчавалец, когда не унюто, он нас сунчавалец. Он говорит, Будда, он не читал только книжки, а занимался духовной практикой, и это ему помогло достичь такого просветления. Да? Ты на Коран слушаешь, что за Коран я лет, чеба ножи, чеба и на, а то Коран ножи редиорец, реалиорец. Вот он говорит, вот если мы будем стараться делать так же, как делал Будда, у нас тоже есть возможность достичь тоже духовного совершенства. Когда нам отсюда так пойдет, дети думают, что а нам это так что-то редиорец, а не что-то редиорец. Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, в общем-то, одна из главных задач жизни – это духовное совершенство. Kardeş sana matur dedi çoğun adı cümleti emerden çoğun yamarız. Cürteni çoğun yamarız. Cü kardeş sana cürteni bir son olsa gevat vurgularız. Gevat vurgunun matur dedi yun vurgularız. Çok этого достичь, очень важно говорить, что накапливать благие заслуги. И как это делать, нужно добродетельную жизнь вести. Вот, это, говорит, как раз корень и причина, краеугольный камень всех успехов. Мазу дуэн югуя дэ, джумэ джэмэн дэнэ чунгэ марэс. Мазу дэнэ дипаса лэнгэ бачэнэ, мазу дэнэ джэбэ дэнэ, нам мэчэ джэбэ дуэн югуя рэс. Ну, говорит, никто не хочет страдать в жизни, все хотят быть вот счастливыми. Если, говорит, мы будем вести недобродетельную жизнь, допустим, там где-то там плохие поступки совершать там и так далее, то это только вот это будет причиной страдания. Вот, говорит, чтобы это избежать, нужно добродетельную жизнь вести. Вот мне тогда мои тенеры, да, сидя, бусинья, чего ты не бы, дуген дуги, а деван дуги, а что за дуген, мы тут деван дуги, а девять дуги, а Ну, говорит, все, вот, и начиная от самых маленьких букашек, и все живые существа, они все хотят, чтобы обрести счастье и избавиться от любых видов страданий, боли там и так далее. У всех это бессознательное желание есть или сознательное. Это причина для того, чтобы обрести счастье, вот нужно вести добродетельную жизнь, очищать себя. Что за рано ты думаешь, мы его да дела дети его как-то дала, то есть жена чья-то капчирает, да гиди палачен, да санчик сома ночи гиди палачен, не мне чего не, ну а то дела ночи его говорит. Он говорит, ну вот в общих словах, если вот следовать буддийскому учению, где вот заложена основа вот такого совершенствования и добродетель, как вести добродетельную жизнь, если мы это будем делать, то мы как раз вот заложим тот фундамент, который поможет нам обрести вот конечное счастье. Поэтому вот это и является причиной того, почему мы считаем буддийское учение таким ценным. Потому что там заложены методы духовного совершенствования, которые... Сейчас, вот это вот вкратце двух слов, что я могу сказать, но не сможем. Я думаю, что он не знает. Нет, он встречался с Далай-ламой сам. Но это еще ни о чем не говорит. Спросите, может, Нима, Галарим Пачи Джагапи говорит. Ирон Джемаса. Он не встречался с ним, не знает. Это очень сложный вопрос, я не знаю, он сейчас ответит. Он уже, да. В принципе, хотел распрощаться. Ну, можно, для меня это очень важно, просто, серьезно. Пентачеки, котик, все беду.
Мипенан депман поло гидурова. Тади хаку якан десу ён гиду. Ми каси каси деп чик та гидурова. Хаку я чик ён гиду. Ми каси деп та гиду хаку я уне пе денде чик ён гиду. Ти гюр якан десу ён гиду. Вот депена да нам со санги чик не дио чик депло гидурова. Ина хаку якан десу ён гиду. Такой мы жате там ведь гуру. Денде се чегеди чоне ужарва. Ла. Дендерендерсенде сенге чоне хоро. Дендерсе гёрен дендерендерс. Дэсе жаве чона. Э яу кутва. Кусту зу яуло дэсе жаве дэсе жочу. Окунита. Ёду юнгоро. Ну говорит, понимание приходит после исследования всех факторов, после изучения, получения правильного объяснения всех феноменов, которые человек, которыми интересуется. Вот. Пена кейна бчине лохе гуярва. Лауна. Ле ладар кей лаге гуярва. Ты мена те давад лоне яусин гуярва. Вот, например, говорит, даже дети в школе изучают там азбуку или что-то. Нужны объяснения учителя, только тогда придет понимание. Просто так, если ребенок сам будет что-то рисовать, он ничего не поймет. Надо Спасибо. Bye bye. See you next. Kami Darusala. Baba ne mastey bakshish. Bakshish. Baba menda baba. Bakshish. Bakshish baba. Baba bakshish menda baba. Bu sebilik. Namaste Baba, bakshish. Да, у него молочко есть. Не молодец. Слушай, Сереж. Сереж. Гилук на Ламажеве. Вот это тоже гилук из Амдо. Монастырь и вежских учителей, но к нему попасть почти невозможно. У него вот так вот буквально секунда в секунду. Хотя может наследить. Если беспокоиться. Ну, мы стали внимать, переводится старый. Барва. Сон не мачигма, то ты таки марижова. Еще где лоды вирижова. Римбоче камачик, дяга, чуна, тандедус. Сон чё че гомары? Джинлап, чуна. Кожвин, тандедер, мачили, кожвин. Кирш, римбоче. Кирш, римбоче, лама. Да, сон чё лама гомары. Жире, чик колон режева. Ро, чик ламары, гомары. Вы вот эти вот веревочки сохраните. На руку. Да, это не на руку. Вот эти веревочки, их вот так. Вот так вот завяжете. Там такой узелок завязан здесь. Это специально вот он делает это. Намаливают эти веревочки. Вот он. Это специальные его молитвы здесь. Вот так вот завязать. И выносить. Это будет ваша охрана и благословение, и ваша связь с этим человеком. Тени анкураза мрням да бажда тябване, тино тени кодиси да бажда. Чело бы, дегири речи. Ягари динды. Мрням да бажда. Сыйом барба. Ванда, на групп динды ти, ама, ванда. Первый, по второй. Вот я с ними здесь занимаюсь, с этими людьми. Философию все изучаю. Вот такие люди, видишь? Вижу.
Да меня не обижайте. Давайте, кто хотите, давайте еще туда сфотографируемся. Все. Предупредите, пожалуйста. Раз, два, три, давай. Еще раз. Еще раз. Надо развести, да? Да. Еще раз. Сережа, сделай одну фотографию хорошую. Только быстро. Я другой аппарат возьму. Я снимаю. Времени нет. И фарьяк. Снимаю. Ты здесь.